Друзья, всех приветствую! Сегодня мы находимся на загородном объекте. Кстати, он позади меня. Это дом на продажу с разрешением на строительство 9 квартир, новый жилой комплекс и 7 парковочных мест. Запустим дрон, покажу вам эрию. Кстати, очень хорошая эрия, очень много идет нового строительства, очень позитивно. Расскажу вам, сколько займет этап строительства, расскажу, почем объект, расскажу, сколько стоит строительство, сколько займет продажа, примерные цены на продажу. В общем, будет интересно, смотрите, подписывайтесь, обращайтесь. Так что у нас есть земля с разрешением на строительство 9 квартир, планировка квартир от 1 до 3 бедрум. Общая площадь нового здания составляет 700 квадратных метров. Земля расположена рядом с метро Перли на юге Лондона. Рядом продуктовые магазины, госпиталь, школы. Стоимость земли 1 миллион 300 тысяч фунтов. Бюджетно-строительные работы 1 миллион 500 тысяч фунтов. Реализация проекта под ключ 24 месяца, включая продажу. Перепродажа в готовом виде 500 фунтов за квадратный фут, что составит на выходе 3 миллиона 600 тысяч фунтов. Чистая прибыль 800 тысяч фунтов. Новые квартиры подходят под схему Help to Buy. На мой взгляд, это хорошая инвестиция в development, где можно заработать до 20% в год. Если у вас возникли дополнительные вопросы, будем рады обсудить их. Наш телефон для связи +44 207 041 7598.